На основании федерального закона о безопасности дорожного движения в каждом муниципалитете должен быть документ, содержащий в себе план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Последняя дислокация дорожных знаков горизонтальной разметки у нас в городе была разработана в 2007 году. И действовала она вот по сегодняшний день. Естественно, она утратила всю свою актуальность. Было отремонтировано много новых дорог, изменены схемы движения и организации на некоторых улицах. И эта работа требовала актуализации своей. А с 2016 года мы вели большую подготовительную работу для того, чтобы прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. А пришли к тому, что теперь разработан новый проект. И называется он «Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования городского округа Электрогорск». Проект разрабатывала очень компетентная организация «ОДОРМОСТПроект» из города Воронежа. А на сегодняшний день мы актуализировали все абсолютно улицы города, все знаки, все пешеходные переходы, все искусственные дорожные неровности. Учли пожелания жителей по устройству новых пешеходных переходов и ДН. Также у нас было очень много замечаний от ГИБДД, особенно по поводу улицы Горького, подъезд к лицею. Там тоже часть пешеходных переходов нам придется ликвидировать, чтобы улица эта и проект на нее соответствовал всем нормам и ГОСТам. В проекте предусмотрены все необходимые мероприятия, касающиеся норм безопасности движения и на новых дорогах КСНТ, на улице Пушкина и Невского. Также предусмотрели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Теперь предстоит нам большая работа для того, чтобы все, что запланировано в этом проекте, скажем так, реализовать в жизни. Я думаю, что основной объем этой работы мы проведем в следующем году. Финансовые средства заложим при формировании бюджета на 2020 год. В новом проекте рассчитаны и объемы горизонтальной дорожной разметки с указанием площади, ведомости расположения дорожных знаков, барьерных ограждений, размещения пешеходных переходов. В нем находится вся информация, необходимая не только для безопасности водителей и пассажиров, но и для эффективного обслуживания и содержания городских дорог.